вами. Потерявшийся ребенок должен помнить, что его отведут домой, как только назовет он адрес свой. Надо не искать темнее! Говорите! Я живу возле пальмы с обезьяной на далеких островах. Потерявшийся ребенок, если он не дурачок, не упустит верный случай в разных странах побывать. Кто не прыгал из окошка вместе с маминым зонтом, тот лихим парашютистом не считается пока. Глядеть им, как птицы, взволнованной толпой, не лежать им в больнице, завинтованной ногой. Родился девочкой, терпи подножки и толчки, и подставляй косички всем, кто дернуть их не прочь. Зато когда-нибудь потом покажешь кукиш им и скажешь: фигушки, за вас я замуж не пойду. Чё? Да почё? Если вы по коридору мчитесь на велосипеде, а навстречу вам из ванной вышел папа погулять, не сворачивайте в кухню. В кухне твердый холодильник. Тормозите лучше папу. Папа мягкий, он простит. Если вы собрались другу рассказать свою беду, брать за пуговицу друга бесполезно, убежит и на память вам оставит эту пуговицу друг. Лучше дать ему подножку, на попросить, сверху сесть, и тогда уже подробно рассказать свою беду. Если верное средство понравится взрослым, с утра начинайте орать и сорить, подслушивать, хныкать, по дому носиться, легаться и клянчить подарки у всех. Хамите, хитрите, дразните и врите, а к вечеру вдруг перестаньте на час. И сразу с улыбкой растроганной глядя, все взрослые вас по головке погладят и скажут, что вы замечательный мальчик. И нет ребенка приятнее вас. Если ты пришел на елку, свой подарок требуй сразу. Да гряди, чтоб ни конфеты не зажили Дед Мороз. И не вздумай беззаботно приносить домой остатки. Как не скажешь папу с мамой, половину отберут. Например, у вас в кармане оказалась горсть конфет, а навстречу вам попались ваши верные друзья. Не пугайтесь и не прячьтесь, не пытайтесь убегать. Не пихайте все конфеты вместе с фантиками в рот. Подойдите к ним спокойно, лишних слов не говоря, быстро вынув из кармана, протяните им ладонь. Крепко руки пожмите, попрощайтесь не спеша и, свернув за первый угол, учитесь быстренько домой, чтобы дома съесть конфеты, залезайте под кровать, потому что там, конечно, вам не встретится никто. Если мама в магазине покупила только мячик и не хочет остальное, все, что видит, покупать, встаньте прямо, пятки вместе, руки в стороны расставьте, открывайте рот пошире и кричите букву А. Роняя сумки, с воплем: граждане, тревога! Покупатели помчатся с продавцами во главе, вам директор магазина подползет и скажет маме: соберите все бесплатно, пусть он только замолчит. Тебя, родная мать, ведет к зубным врачам. Не жди пощады от нее, напрасных слез
милей. Молчи, как пленный партизан, и стисни зубы так, чтоб не сумела их расшать толпа зубных врачей. Если папе интересно, почему ты не был в школе, предложи ему на выбор сразу несколько причин. Для начала можешь просто рассказать, как шел ты в школу. Но внезапно шумкий ветер стал валить рабочих с ног, и упорно рвался к знаниям, но ослаб, и вихрь могучий не пустил тебя учиться. И буквально в Дубкино, а поскольку в это время там показывали новый фильм, который ты не видел, то пришлось его смотреть, но смотреть с отвращением, всей душой, понимая, что, конечно же, учеба сотни раз важнее кино. Для второй причины стоит выбрать что-нибудь такое, от чего у папы сразу вылезут на лоб глаза. Например, скажи, что школу захватили террористы, чтоб в заложники попали все твои учителя, что пытаясь к ним прорваться, ты на штурм ходил 3 раза, но пришлось, неся потери, боем отступить в кино. А поскольку в это время там показывали новый фильм, который ты не видел, то пришлось его смотреть, но смотрелся с отвращением, всей душою понимая, что на этом месте папа может хлопотать инфаркт. Если папе будет мало 2 причин, скажи, что в школу ты ходил. Но этой школы почему-то не нашел. Но потом, по своей карте, ты и стал его в каком бы направлении ты не двигался, повсюду, каждый раз, какая странность, отрывался на кино. А поскольку в это время там показывали новый фильм, на этом месте папа... Видимо, тебя убьет!